Мы в Таргете. Складец смотрит одеяло. Она говорит, хочет с волками одеяло. Я говорю, вот это будет очень трудно найти. Это какое-то серенькое. Yeah, but those sizes are like my size of the bed. Your size of the bed? Yeah. It's queen and a four. Well then it'll be nice and cozy. Well, I don't need the blanket. You do. It's your money. И в прошлом году мы уже покупали новое одеяло, понимаете? В этом возрасте это меняется все быстро. Хорошая одна вещь. Скарлетт теперь смотрит на Джоджо, она, ох, я говорит, поверить не могу. О май гадс, говорит, поверить не могу, что я была помешанная на ней. Слава богу, пережили. Вау! It's so cute! That is Look cute. At it! You want it? Yes. Он buy it? Так, мы в детском отделе. Хочу найти горшок, потому что наш мальчик истерически боится унитаза. А уже давно пора бы начинать это дело. А как-то мы прям в истериках бьемся. Так, я не в том отделе, по-моему. Скали тоже. Вау, смотрите, какие унитазы продают. Прям капец, прям настоящие унитазы. And there's a white party. And there's a Paw Patrol party. Ёлки-палки, какие тут горшки в наше время начали. I guess that's party too. Это тоже горшок. Yeah, it is. I don't know which one to get. Интересно. Which one should we get for him? I don't know. Let me look more careful. В общем, возьму такой. Это как и горшок, и потом, может, на как вот стульчик, на который он ступает перед тем, как сесть, залезть на унитаз, тот, что повыше. Ну, как-то так. И, по-моему, сверху вот эту часть можно на унитаз одевать. Не знаю, не помню. Ну, короче, надо разобраться. Я не хочу никаких там папа-трол, никаких собачек, просто обыкновенные. Горшок. Смотрю на камеры. Вот такая камера. $650 стоит. С такими. Да. Не готова я для этого пока. Разные тут. Разные-приразные. Nikon. $300. Где это Nikon? Это она? А вот это стоит $300. Тоже какая-то. А как же она? Как же она работает? Не пойму. Как же так делать, чтобы меня видно было, чтобы я себя видела? Что я снимаю, не пойму. А это-то что на мою похоже, только здесь. Зюм 90x. У меня 54x. Первая была 60x. It's like я к этому вот именно к такой я привыкла к камере. Сейчас вернем. Алло. Разные компьютеры. Я теперь подумаю, может, не на компьютер. Налоги-то делать надо. Не надо такой, чтобы CD было. А уже, наверное, таких не выпускают. Уже, наверное, прошло времена таких компьютеров. Я не вижу CD-дрома нигде. Разбила мне Скарлетт мой компьютер. То есть тут, что бабушка мне дала. Скарлетт хочет купить себе книжку. Мам, вот! О май гаднес! Ничего себе! Какая книжка, смотрите. Про попу. It's a peach. Oh my goodness. Ага, видите? У нас деньги делают то на какашках, то на попах. То на попах.
Look at this. Вот такая книжечка. Я думаю купить ему такое. Никогда не трогай дракона. Я думаю, ему понравится, он любит. Потому что я хотела еще новую тушь. Так что стоим в очереди по новой. Мы уже купили книжки, туалет, горшок. Девчонки замерзли, Анжелика без курточки бежит к грузовику. Ой, эти шарики, это всегда была любовь детей. Теперь надо руки мыть. Не то время, чтобы шарики обнимать. Следующая остановка. Старшие девчонки пошли в Майклс. А мы со Скали пойдем в Росс. Не знаю, что ищем. Но может, что-то найдем, что ей нравится. Тут уже можно купить скатерти. Дню Валентина. Красные. Уже все, перемена декораций. Люди не хотят терять праздники. Кто-то нашел себе стул. Такой стул стоит $60. Ой, $60. Посмотрела я тут на платьишки. Ни во что пока не влюбилась. Но есть такие некоторые опции. Но так, чтобы не надо, но нет, сильно не надо. А девушка вот тут говорит, на карусели катается. Хочет, чтобы я ее возила на этом стуле по всему магазину. Как на коляске. Хотела посмотреть пижамы. Но тут что-то вообще скудненький выбор. Какие-то роботы нафиг надо. Короче. Это я не знаю. Это тоже я не знаю. И вообще ночнушки хотела. Тут вообще ночнушки. Вот это все. Теплых ночнушек вообще нормальных таких. Днем с огнем не сыскать. Она что-то нашла. Be strong, be brave, be fearless. You are never alone. Joshua 1:9. Wow. Kind of like it. You like it? It's kind of huge. I know. Дается такой материал, такой нежный. Но это непонятно что. Это как одеяло на пуговичках, понимаете? Сверху накидывается, типа как панчо застегивается здесь и с носками. Стоит это, не знаю сколько, цены нет. Там, как $28, но когда-то была, но на настоящей цены нет. Кстати, это оно как будто невзрачненькое, ну такое, нормально. Ну это очень приятная на ощупь. Сделана в Китае. С чего она сделана? Приятная ощупь. $18. Тешность. Ага, 95% полиэстер и 5% спендекс. Все понятно. Нашла, что она хочет. Видите? Мягенькие подушечки. Вот что у ее сестер в это время, в этом возрасте была любовь на всякие подушечки старше. Вот у нее. Вот этих подушечек. На самом деле, ой, какие мягенькие. Какие классные. How much is it? I found it right here. It's free. It's free? No. В одеялах висит такое платье. Оно как будто ничего особенного, но какое-то интересное. Ну, я не знаю, что-то оно мне нравится. Такое, знаете, как по-домашнему простое. Сумма есть, но оно что-то. Ладно. Мы в Макдональдсе, как видно, видите, заехали. Ой, все. What is that? Looks like a scientist. Is that Einstein? Вот, да. Is this Albert Einstein? I don't know. Ну, короче. Я, наверное, попробую вот эту курочку, что мама запекла, какую-то там с приправами. Итак, друзья, короче, мы пришли домой. Я не хотела открывать горшок, который мы купили,
Думаю, я не хочу ничего начинать на данный момент, бла-бла-бла-бла-бла. Тринити. Мама, давай откроем горшок, Я говорю, да не надо, ну не надо. Это самое... Сейчас, одну минутку. Не надо, говорю. Не хотела я этим заниматься на данный момент, хотела просто спокойный вечер. Короче, они с Джашиком вместе эту коробку разрывали. Горшок с него высунули, трынка с него сняла, труселя, посадила, и он пописал. Все, короче, я трынка тренирует Джашика, он уже пописал несколько раз, довольный, как сказал, сейчас в трусах, и не хочет одевать дайпер, и лежит в постели вместе со Скарлетт, типа он засыпает там, но без дайпера, и я не знаю. Не знаю, может подожду, когда он заснет, и все-таки дайпер мы одену. Я пока еще не готова для всеночных бездайперных ночей. Что я такое сказала? Понятия не имею. Ладно. Комментарий дня. И он только что пришел. Я думала, второй комментарий дня опять дать Алексу Мичиган. Второй подряд день. Ну, заодно скажу, отвечу, потому что я хотела ответить вам. Спасибо, что напомнили насчет эльфов. Нет, я их забыла положить вместе с деревом. Они все так же в комнате Джашика. Так что напоминайте в следующем году, где я их оставила. Вот новый комментарий пришел. А комментарий дня даю Убаковой. Она пишет: Марина, а какие сливки вы использовали? Heavy whipped cream or half and half? Heavy whipped cream. В общем, настоящие сливки, не половина на половину. Так что удачи. Предупреждаю, это очень калорийный крем, но очень нежный и вкусный. А я буду закрывать влог. Огромное спасибо за просмотр, вашу поддержку, комментарии, лайки, подписку и просмотр рекламы. Я желаю вам спокойной ночи, до новых встреч и bye-bye.